Во имя Отца и Сына и Святого Духа, на постный подвиг вас, на все ваши общины. Слушайте, выдача просто в глаза слепит от священства. Я уже показал. Это вот этому храму Покровскому больше 100 лет. Он был один здесь на всю окрестность. А сейчас, наверное, храмов 20 уже здесь. Он стоит на таком сыром месте. Так. Мне надо увидеть эту Юлю, взять у нее фотоаппарат.